Мими, конечно. Да. Сегодня 3 сентября. Да. Оно сам. Возвращается домой, 3 часа ночи. А там шкатулка. А он такой мокрый, я просто смотрю, здесь вода, знаю, он такой мокрый, в ряске весь, грязный. А жена говорит: «Боже мой, Коля, где ты был?» Говорит: «Галя, я был на дне». «Боже мой, Коля, на каком дне?» «На дне рождения уже не Патрина». Плавно началась передача «Секс» с Анфисой Чеховой. Плавно как-то. И мы пошли, значит. Учились с ним в Москве. Я помню свой первый приезд в Первопрестольную. В столицу я иду по московским улицам, спрашиваю прохожего: «Простите, пожалуйста, как попасть в мавзолей?» Он так смотрит на меня, говорит: «Пацан, ну это надо сначала революцию сделать, потом, чтобы тебя стреляли. Это не так просто попасть в мавзолей». С рождения Женя о многом мечтал. Хотел стать артистом и быстро им стал. На сцене блистал. Блистать не устал. А что же было дальше? 3 сентября, день рождения, день когда горя. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Мог не плачь, на фото я свое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему столкнуться с возрастом пришлось? Пришлось задуматься всерьез. 2 сентября. Шиповник сплелись неприступной стеной. Там сад, в нем гуляет церковник, туда он скрывается в зной. Такой молодой проповедник, а как говорит о любви? Служанки роняют, роняют в передник горячие слезы свои. Жанетта головку склонила, и прелесть юной полна. Я мужа вчера изменила, я мужа вчера изменила. По-детски призналась она, по-детски призналась она. Дитя, тебе нравятся розы минутных житейских утех, как маю внезапные грозы, прощается юности грех. Такой молодой проповедник, а как говорит о любви?
Служанки роняют, роняют в передник горячие слезы свои. Гортензия губы скривила. Отец, я клянусь естеством, любовника я отравила, любовника я отравила за злую измену его. Бедняжка, души твоей бремя не в силах я скинуть теперь. И лишь милосердное время смягчит твою участь, поверь. Такой молодой проповедник, а как говорит о любви. Служанки роняют, роняют в передник горячие слезы свои. И тонкую руку целуя, боясь его пристальных глаз, Лизетта сказал: люблю я. Лизетта сказал: люблю я. И тише добавила: вас. И тише добавила: ах, этот несносный шиповник, есть даже цветенью предел. Совсем не напрасно церковник его вырубать не хотел. Такой молодой проповедник, а как говорил о любви. Но некому дамам отныне доверить сердечные тайны свои. Снова 3 сентября, но почему?